Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Накануне в Абакане прошло совещание, где обсуждался порядок реализации нескольких стратегических транспортных проектов, главным из которых было строительство железной дороги Курагина-Кызыл. Как отметил глава Тувышалбанкараул, в ходе мероприятия, в котором приняло участие около 80 руководителей подразделений Минобороны и РЖД, обсуждались не только технические вопросы проектной документации, но и довольно внятно было сказано, что дорога строится с расчетом на выход в другие страны. Всего неделя прошла с момента, как определился генеральный подрядчик железной дороги в Туву. А сегодня в Абакане уже прошел смотр всех главных сил, которым предстоит заняться ее строительством. Дело постепенно, но довольно уверенно проходит в практическую плоскость. На совещании в первую очередь обсуждались вопросы их технического основания и проектной документации. Но одновременно были затронуты стратегические темы. Во всяком случае, было довольно внятно сказано, что дорога строится с расчетом на выход с другие страны. Среди участников совещания был и начальник Главного управления железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков, вице-президент РЖД Виктор Зимин и начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин. Предполагается, что следующее такое совещание должно состояться в Кызыле в начале мая. Более 1000 семьям Тувы потребуется помощь в приобретении оборудования для подключения к цифровому телерадиовещанию. Особое внимание при этом должно быть уделено семьям с трудной жизненной ситуацией, которая может оказаться не по карману необходимая для приема цифрового сигнала приставка к аналоговому телевизору. По данным Министерства труда и социальной политики, таких семей на сегодня выявлено более 1100. В число жителей, которым понадобится помощь, входят пожилые, одиноко проживающие граждане, инвалиды первой и второй групп, семьи с детьми инвалидами, малообеспеченные, многодетные и неполные семьи с низкими доходами. Ни одна из этих семей не должна остаться без телевидения после 3 июня, на которое намечен переход на цифровое вещание. Властям региона придется позаботиться о приобретении и установке декодирующего оборудования к телеприемникам этих граждан. Кроме того, остается открытым вопрос по 18 малым селам, которые остаются вне зоны цифрового вещания. По условиям перехода на цифру они должны быть обеспечены бесплатным спутниковым вещанием общедоступных телеканалов через двух операторов «Триколор ТВ» и «НТВ+.» Вступили в силу приказы МВД по взаимодействию госавтоинспекции с автошколами. О том, как теперь сотрудники ГИБДД будут проверять автошколы, какие документы им выдавать и что необходимо проверять желающим обучиться вождению, речь идет о двух приказах. Первый утвердил порядок согласования основных программ обучения водителей, а второй – порядок выдачи заключений на соответствие учебно-материальной базы автошкол этим программам. В приказах сокращены сроки согласования программы выдачи заключений до 15 рабочих дней. Установлен исчерпывающий перечень – оснований для отказа в согласовании программ и в проведении обследования учебно-материальной базы автошкол. Обследование проводится только тогда, когда организация хочет получить лицензию либо по истечению сроков действия ранее выданного заключения, либо при реализации новых программ и изменениях количества мест подготовки, либо их адресов. Массовой замены заключений не будет. Также установлен срок действия заключения – 5 лет с момента выдачи. Ранее такие заключения выдавались бессрочно, то есть сейчас возникнет ситуация, когда ГИБДД не сможет проверить материальную базу автошколы с таким заключением. Прирост молодняка, овец и коз в Туве на 8 апреля составил более 330 тысяч голов. Отчет о промежуточных результатах окотной кампании представила главе региона Министерства сельского хозяйства и продовольствия Тувы. К концу окота численность мелкого рогатого скота по плану должна увеличиться на 538 тысяч голов. Отметим, что весна, доля чабанов выдалась сложная. Араты попали в настоящую засуху из-за того, что снег сошел задолго до вскрытия рек и ручьев. И это в разгар расплодной кампании, когда ягнят надо по 5-6 раз в сутки поить. В такой критический момент выручили военные машины с цистернами. По данным Минсельхозпрода, подвоз воды организован на 647 чабанских стоянках, в том числе для 89 начинающих животноводов, участников проекта «Кыштаг для молодой семьи». На решение задачи мобилизировано 45 водовозов, 476 водораздатчиков и 845 емкостей для воды. По договоренности между администрациями районов и животноводческими хозяйствами, чабаны должны оплатить расходы на топливо. Доллар 65 рублей 35 копеек, евро 73 рубля 36 копеек. И
для лица, для тела, для волос, для душа и для души. Магазин «Химтоп». С заботой о вас. Улица Аюна Курсиди, 103/2. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В минувшее на улице Правобережная Кызыла сотрудники ДПС остановили Toyota Hiace. В ходе досмотра машины сотрудниками госавтоинспекции обнаружены и изъяты 1000 бутылок спиртосодержащей продукции различных наименований объемом 0,5 литров каждая. Сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, у водителя не имелось. Помимо этого, во время проверки документов сам автомобиль инспекторы ДПС установили, что данное кузово авто не соответствует указанным в свидетельстве транспортного средства. По данному факту усматриваются признаки преступления, подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Для дальнейшего разбирательства водитель Toyota Hiace, а также контрафактная алкогольная продукция были доставлены в дежурную часть полиции. Незаконно перевозимая продукция общим объемом 500 литров изъята и направлена на исследование. Конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» стартовал в рамках Красноярского экономического форума, сообщил журналистам генеральный директор корпорации развития «Енисейская Сибирь» Сергей Ладыженко. Формирование кадрового резерва находится на очень актуальной стадии. Формирование будет многоэтапным, прозрачным, открытым. Участие смогут принять все жители Красноярского края, Хакасии или Тувы. Все, кто окончил школу на территории вышеуказанных субъектов. Конкурс должен стать магнитом для возвращения жителей края Тувы и Хакасии, которые переехали ранее. Здесь они станут очень востребованными, сказал Ладыженко. Он также сообщил, что в конце года будет объявлен конкурс по рабочим специальностям для формирования кадрового резерва Енисейской Сибири. Кадровый потенциал всех проектов составил около 70 тысяч человек до 2027 года. Енисейская Сибирь включает 32 инвестиционных проекта с общей заявленной инвестиционной стоимостью около 2 триллионов рублей на период 2019-2027 годов и свыше 3,5 триллиона рублей на период 2019-2035 годов. Проект реализуется на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы. Клещи просыпаются ранней весной, как только сходит снег. Их численность достигает пика в конце мая-июня. В преддверии начала дачного сезона, традиционных субботников и выездов в выходные на природу необходимо помнить о соблюдении элементарных мер безопасности накануне эпидсезона клещевых инфекций. Наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. Вакцинация против клещевого энцефалита рекомендована всем лицам, проживающим в зонах эндемичных по клещевому энцефалиту или планирующим поездки на такие территории в сезон активности клещей. Прививки от клещевого энцефалита проводятся как за счет личных средств граждан, так и средств работодателей, направляющих своих сотрудников на работу в территориях, опасных по клещевому энцефалиту. В этом году уже начали прививаться работники различных организаций, в том числе сотрудники филармонии в количестве 60 человек, планирующие провести гастроли в районах Тувы. Прививки против клещевого вирусного энцефалита можно поставить в консультативно-диагностической поликлинике резбольницы номер 1. Двадцатого апреля централизованная библиотечная система Кызыла проведет для жителей и гостей города автобиблиоквест в рамках общероссийской акции «Библионочь». Участников ждет интерактивная динамичная игра с элементами логики. В команде может состоять не более 5 человек, для перемещения необходим автомобиль. Сотрудниками будут подготовлены самые разнообразные задания, для выполнения которых разрешается использовать современные технические устройства. Сбор команд состоится 20 апреля в 18 часов у парка Центральной городской библиотеки имени Крупской. Участникам необходимо пройти несколько этапов конкурса, по своему маршруту получить задание в библиотеке имени Крупской, разгадать зашифрованные места в городе, сфотографировать их. На финише участники фотографиями подтверждают выполнение заданий. Победителем становится команда, которая выполнила все задания без исключения в течение заданного времени и по сумме набранных баллов.
Совсем недавно состоялось открытие нового магазина «Горо» по адресу Республика Хакасия, город Абакан, улица Некрасова, 45. Неудивительно, ведь компания «Горо» работает на рынке инструмента и оборудования с 1992 года и является дилером официальных представителей мировых торговых марок. У нас магазин открылся месяц назад, и у нас большой ассортимент автосервисного и гаражного оборудования. Также в магазине представлен большой ассортимент компрессорного, подъемного, моечного, сварочного и диагностического оборудования. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты подкачки шин, груза, заплатки и пластыря. Вы всегда сможете выбрать подходящий товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. В ГАРО есть все. ГАРО. Некрасова, 45. Телефон 32 22 15. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы и займ-карту в любой момент. Просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные». Займы до зарплаты. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 3 до минус 5 градусов, днем от плюс 11 до плюс 13 градусов.